Он все, короче. Выставляй, сбил, выставляй. Даниле, объясняй, как. В роду, походу, да? Объясняй, Даниле, как. Выставляй все. Данил, помогай Денису выставлять. Он, короче, все одним ударом просто. Сейчас будет все это. Навыки. Ну, у Дениски просто, я еще секрет открою, арапник он поудобнее. Хотя разницы никакой нет. Давай поменяемся. Просто арапничек, у него колечко, да, позволяет именно скручивать. Ты ему объясни технику выполнения сначала. Я пока не понял. Ну как не понял? Ты волну запускаешь? Рука как шашка. Да. Рука плетка, так же и здесь. Аккуратнее. Данил, посмотри внимательно, как Денис делает именно петлю. Вперед-назад. Он понял, да? Он по деревяшке начал бить. Не считается. Если все, хорош. Тихо, хорош баловать. Поставь, выставляйте еще раз. По деревяшке не считается. Я по одной деревяшке. Забраться там мусора, ну фигнишь. Да, убрать, чтобы на правиле висеть. Ну это... Просто ради гигиены. Ради гигиены. Да много надо, я с тобой согласен вообще полностью. Сколько времени, Данила? Мне через 10 минут. Быстрее, хоть пусть он позбивает. Давай, ты давай на воздухе поделай, а пусть он позбивает. По центру вставай. По центру. Так. А что пьете? А, этот? Боярышник? Почти. Оп, молодец. Давай. Ой, боярышник, шиповник. Тихо, тихо, в окна только не бей. Да в окна не бей, Данилка. Прицеливайся в другое место. Оп, молодец. Видишь, стоит только прицелиться. Денис там и палки уже, короче, нагреб к себе. Оп, о, вообще ты смотри, просто. У него тоже в крови, у него тоже в крови. Аккуратнее. Давай. Вообще ты смотри, да, как чудеса. Ну это руку сам как меч держишь. Чтобы она прямо была. Давай. Давай. Практически. Поцелься. С другого плеча. С этого неудобно, с другого плеча закинь. Вот ты смотри. Еще выставляй. Еще 5 минут есть у тебя? И попробуй потом арапник. Поменяйся с Денисом. Просто ради интереса, чтобы вы и тем сравнили. Смоченные, высушенные рулоны, немножко заплеснили вообще. Да, самую малость. Ну, мы жизнь зародили. Давай. Смочили. Да, высушили. Да, поехали. Аккуратнее. Тихо. Ты их покупал, да, тоже. По деревяшке не бей только, Денис. И по земле не надо, чтобы волоклось, парни. Условия. По земле пусть не волокется. Вот как с ними играть в такую игру? Они все за раз сшибают. Чик. Оторвал кусок. А если был бы ногой топнул, они все упали. Да. Оп, сбил, да? Ну-ка давай, Денис, с двумя попробуй. Данил, дай Денису вторую. Дай вторую. Может быть, у нас сейчас как раз откроется человек по кнутам. Отойди только оттуда, Данил, отойди. Что, Да. По земле, чтобы не волоклись. Плечи подними. Давай. Ты их так же можешь крутить. Давай. А, покороче хочешь? Вот все так же. Данил, ты чай дайте парню, угостите парня чаем. А то он так еще и не попробовал даже. Все, надоело? Да ну нет, почему? Другим надо что-то. Да уж мы все позанимались, я думаю, поделали. Все, да. Кажется, Данил, иди чай попробуй. Саша чай сделал с шиповником.